На Кубе проходит международная межотраслевая ярмарка. В ней принимает участие 75 стран. США ослабили ограничения на экспорт кубинских сигар, рома и лекарств. Но решение о полном снятии эмбарго пока не было принято. У кубинцев есть желание нормализовать отношения с США, но мы отмечаем, что американцы продолжают попытки изменить социальную и экономическую модель нашего развития, которую народ Кубы свободно выбрал. Ущерб от экономической, торговой и финансовой блокады США только во внешней торговле за последний год составил 4 миллиарда долларов. Неважно, кто из кандидатов станет президентом США, вопрос эмбарго целиком лежит на Конгрессе, поэтому мы должны продолжить конструктивный разговор. Эксперты полагают, что в случае победы на выборах Хиллари Клинтон продолжит сотрудничество с Кубой, которое начал Барак Обама, тогда как республиканец Дональд Трамп обещал отменить все его распоряжения относительно нормализации американо-кубинских отношений.